Всем доброго дня, меня зовут Елена. На моем канале я рассказываю о продукции Faberlic. Пользуюсь уже и очень давно, более 4 лет. Люблю все акции, распродажи закрытые наши. В том числе этот заказ пришел у меня тоже полностью по распродаже. Это была закрытая распродажа для зарегистрированных пользователей. Проходит она периодически несколько раз в год. Так вот, шикарные цены на домашнюю линеечку. Пятновыводитель у нас пришел вот такой кислородный, большой объем, здесь 500 миллиграмм. Работает просто шикарно, детские вещи у меня стирает потрясающе, просто потому что всегда девочка у меня ходит в белых носочках, из садика нужно... Приходит действительно в черных, и нужно все выстирывать. Здесь много рассказывать не буду. Здесь идет средство для очищения ванной комнаты. И беру только такой цитрус. Есть еще в голубом варианте. Но цитрус идет антиналет. Его можно даже использовать для кранов и для унитаза чистки, кстати, тоже. Вот это средство очень любим, используем постоянно против бактерий и вирусов. Обрабатываем абсолютно любые поверхности, не только ванной, обувь. Дезинфекция даже рук и ног, убирает запахи хорошо и полностью любые подоконники, поверхности и так далее. На пшикаль ничего смывать не нужно. Так, салфетки для мониторов и экранов. Это тоже было все по распродаже. Щеточка вот такая для умывания. Многие видели такие подобные в Фикспрайсе иногда продаются. Вот в Faberlic'е тоже есть такая щеточка, очень удобная. Так, вот это мой любимый акваспрей, когда он есть на распродаже, я покупаю вот этот антитабак. Сицилийский бергамот, но пахнет он потрясающе вот этими цветочками. Невероятно легкий запах. Они, кстати, на водной основе. Гипоаллергенные. Можно использовать как увлажнитель дома. И такие я покупаю еще в отель. Я работаю в отеле периодически. И вот мне очень нравится, когда там такой приятный запах. И хорошо убирает любые другие, в принципе, запахи. Так, наши хит-средства – это средства для духовок и плит. И можно чистить абсолютно все. И печку, и плитку, и решетки, и даже вытяжку, и прочистка труб идеально идет, убирает засоры. И сейчас лето, дачи, мы чистим, что мангалы, казаны – это тоже все сюда. Вся металлическая посуда чистится им. Вот такое прекрасное средство, моющее для детской ванной комнаты. Оно идет гипоаллергенное, с ионами серебра. Я его использую, то есть чищу обычную ванную вот этим средством, или сейчас появилась мусс-паста, тоже прекрасно справляется с чисткой, а просто перед купанием освежаю, очищаю ванную вот таким средством, ну и плюс детскую комнату, в принципе, и дом я мою этим тоже средством, у него очень легкий, приятный запах. Так, здесь у меня пришел тюрбан для сушки, у меня ребенок уже его примерил, я купила для доченьки, у нее уже ей 5 лет, уже волосы выросли, большие, длинные, вот это для нее. Он очень легкий, пушистый, у него есть вот такие, видите, куча дырочек, волосы никак в парниковом эффекте, они дышат более-менее, хорошо впитывает. То есть у меня есть просто тюрбан, но он очень плотный, как для сауны, для бани, без вот этих дырок, и волосы запариваются, долго в нем не походишь. А вот это идеальный вариант, и на море мы, если ветерок, тоже берем. Возьмем, наверное, так и будем заматывать, чтобы у нее подсыхали волосы. В общем, ну классно, мне очень нравится. Тюрбан был по скидкам на распродаже. Вот такие пришли помады, кондиционеры. Я бы сказала, что это больше блески для губ. Очень дают такой влажный эффект напитанных губ. Немножко даже как увеличенных, скажем так. Они идут с маслом, веганская серия. 98% натурального состава. Единственный запах, ну такой, мне пахнет немножко вишней и немножко... такими советскими помадами, мне кажется. Но на губах очень комфортно и классно питают. 110 рублей всего лишь вышла вот такая помадка. В каталоге она, по-моему, 350 обычно. Вот по распродаже такие шикарные цены. Вот так ее очень много. Цвета можно использовать, смотрите, как блеск. В один слой совсем еле заметно. А можно нанести несколько слоев. И будет уже такая более помадка. Она такая блестящая, с маслицем увлажняющая. В общем, мне понравилось. Не считая аромата, мне он как-то не зашел. В остальном очень классные помадки. И такая у них упаковочка. Так, это все был заказ по распродаже. Сейчас покажу дальше. А, у меня здесь еще, кстати, не весь заказ. Я уже раздала частично своим сопокупателям. Но покажу сейчас еще пару новинок. Так, пришли такие наклейки Шанти. Парфюмированные, то есть я думала, они будут маленькие, а они оказалась такая большая подложка. В отпуск на море прикольно, очень даже, кстати говоря, наклеить, пахнет ароматом вот этим Шанти, мне очень нравится. И они, кстати, очень даже стойкие, стираются они маслом, по-моему, даже гидрофильным маслом можно их стереть, но так, в принципе, держится хорошо.
Детям не использовать написано, хотя у меня ребенок иногда любит взрослый наклеить, никаких реакций мы не видели раньше. Так, и пришла вот такая еще помадка. Здесь вот наклеена какая щеточка. Помады есть в двух вариантах. Это коллаген серии, это новая серия, не так давно выходила. В двух вариантах состав одинаковый, единственное, разные щеточки абсолютно. То есть здесь щетка вот такая фибровая. Мы сейчас вскроем, посмотрим ее. Я хотела именно такую. И есть еще просто в простом варианте щетка. Ну, я решила, мне просто интересно, вот это именно стало. Так, о, смотрите, какая она густая. Я вот не люблю жидкие помады, люблю подсушивать их, и тогда они, мне кажется, идеально красят. Сейчас мы сфокусируем. Так, вот камера. Вот она, смотрите, какая она прикольная. Многоуровневый объем написано. Есть еще кукольный объем, но вот это мне очень интересно. Буду тестить. Вообще вся серия коллаген мне зашла полностью. И кушеные помады, и BB-крем просто вообще идеальные. Так. Ну что, все, потому что большая часть раздалась уже, к сожалению, моего заказа. Вот такой он получился. Еще хотела показать вам детские лаки, но мой ребенок уже их утащила, и уже я их не могу найти. А вот, и почему-то нам не пришла помадка. Мы заказывали мороженку помадку. В общем, в детской серии там очень много пополнений. По чекам, кому интересно, 1197 это вышли у меня здесь. Частичные вот наклейки, вот лаки на водной основе, которые теперь я уже не найду, показать вам детские. Так, и у меня были еще помады, так и кондиционер, это и карандаш пятновыводитель, это я уже все раздала, кто покупал вместе со мной. По распродаже, смотрите, выходит вместе с доставкой цена 1806. И здесь вот сколько-сколько всего. Очень много. То есть отличные цены, прекрасные просто. 118 рублей стоит средство для духовок и плит. У нас она обычно стоит подороже, но просто отличная цена. Имейте в виду, стартует уже каталог вот такой красивый с 10 по 30 число. До конца месяца он будет. Вот такая красотища невероятная. Гардерика новая серия, это 40+. Ее обновляют. У нас обновляли 50+, Ренаваш, в прошлой каталоге с умными пептидами. В общем, тут на проработку глубоких слоев. А здесь со стволовыми клетками, так как правильно, гордыни. В общем, тоже красотища. Мне очень интересна пенка. Кстати, здесь есть два варианта кремов. Есть для сухой кожи, есть вот, в принципе, так понимаю, для всех типов кожи. Ночные и дневные. И вот мне очень интересен вот этот клеточный для вокруг глаз и ночное обертывание. Очень хочу протестить. Наверное, думаю над ней. Но это ближе, наверное, к осени, потому что на лето у меня уже уход сформирован. И на обратной стороне акция для новых покупателей с 10 по 30 июня. Если вы выполняете все условия, в ценах каталога покупаете, то в следующем каталоге у вас приходит вот такой великолепный подарок серии Суюн. Просто вообще шикарнейшая на ароматы, она супер легкая. Я люблю легенький вот этот концентрат, кондиционер. Его нужно совсем капельку, белье просто вообще нереальное. И вот эти капсулы мне сейчас на лето очень нравятся. Машинку разгрузить, нужно периодически менять порошок с гелем, либо с капсулами, да, чтобы машинка отдыхала. И вот, вот эти капсулки отлично прям выстирывают. Здесь еще идет пятновыводитель, они прозрачные абсолютно. И вот такая большая упаковка на 15 стирок. Вообще идеальный подарок, просто за 1 рубль. Так что проходите по ссылочке под видео, смотрите, участвуйте в акции, получайте такие шикарные подарки. И смотрите наш новый каталог.